Я, как преподаватель по образованию, хочу показать правильное воспитание детей. Это дети семьи Галкина, Пугачёвы и Арбакайте. И посмотрите, как они выступают. Во-первых, дети талантливые, поют на французском языке. Я включу немножечко, буквально, вот чуть-чуть, как они поют. Дети поют на французском языке. Так, далее я покажу, как... Ну, девочка танцует. Так, дальше. И вот мне понравилось, как поет на французском языке сын Галкина и Пугачёвы. Это просто завораживающе. Молодец, ребенок. Я дам ссылку. У меня почему-то не берет. Это такой талант у детей. Это просто вот воспитание семьи. Исключительное. Вот. Это Галкин с Пугачёвой. Правильно воспитывают своих детей, развивают. Дети говорят на французском. И я еще хотела показать, как поет на французском еще и вот эта вот красавица маленькая такая. Это я получила удовольствие, слушая, как дети выступают. Я вообще обожаю детей. И как они выступают. Все так просто. Не настолько просто общение, настолько простое исполнение. Дети не... кичатся своими знаниями, а... выступают от души. Это будущие певцы. Развитие у детей прекрасное. И воспитание в семье Галкина и Пугачёвы просто прекрасное. Я как преподаватель прямо радуюсь, как они воспитывают своих детей. И вот напоследок я покажу, как дети танцуют. Это дочь Арбакайте и... Так, и где-то здесь Лиза должна выйти. Вот две девочки. Ну, я не буду все включать, я дам ссылочку, посмотрите. Дети просто исключительные.
Я просто получаю удовольствие, когда смотрю, как Галкин с Пугачёвой выкладывают ролики в Инстаграме про своих детей. Молодцы.